For the darkness has passed and the legend yet grows. You'll know the dragonborn's come. Ah-ha. Не, ну этот новый кинжал, это, конечно, что-то просто, я не знаю. Я думаю, мы многих с него убьем. Особенно учитывая, что... Я, правда, так и не понял, как работает этот эффект с рабочим или нерабочим... Кстати, забыл. Я так и не понял, как работает эффект с, типа, моментальным убийством. Работает ли он вообще? То есть, по сути, это не зачарование, это сам эффект. То есть, если взять вот так вот в руки, то никакого зачарования нету. Тем более, его нельзя обновлять. Ну и поэтому я делаю вывод, что оно просто как работает, так оно и работает. Я хочу в храм богов, потому что у меня... На мне болезнь. И мне все об этом говорят, они уже запарили, поэтому надо сходить. Говорят, будто гурманится где-то в Скайриме. Ну, знаешь, тот тип, что написал поваренную книгу. Ну, это, конечно, прекрасно, что он написал поваренную книгу, но... Почему мне ей должно быть интересно? Так, я вот думаю, куда бы нам отправиться. Я не знаю, на самом деле у нас есть много городов, в которых мы еще не были. Я думаю, что надо взять какой-нибудь большой, потому что... Морфол, конечно, так себе исследовал, но две миры меня уже бесят. Я думаю, что... Виндхельм. Типа, в Солитьюде, конечно, я тоже так сильно не развит, но... Учитывая, что я уже выполнял задание для жителей Хайфенгара, я купил дом. У меня имеется, скажем так, здесь репутация. И, честно говоря, особо крутых заданий я здесь не вижу. Единственное, что вот этот товарищ, постоянно предлагает мне работу. И он хочет что-то украсть. И я этого делать особо сильно не собираюсь. Потому что это как бы Солитьюд. Это город, который, ну, тут у меня дом. Я тут почти тан, и как-то вот придавать доверие не очень-то сильно хочется. Вот если бы можно было их как-то завалить, было бы неплохо, я думаю. Вот, но так сильно рисковать не хочется пока, поэтому хочу Виндхельм. Да, там, насколько я знаю, есть кузнецы. Они там достаточно неплохие. Кстати, мне бы зайти к какому-нибудь... Да, торговцу, куча камней у меня. Кстати, из этих камней можно делать, в принципе, драгоценности. И таким образом поднимать уровень... Кузнечество. Подвести. Привет, Тир. По-моему, я его встречаю раз 15 уже. За несколько дней последних. Чисто перевожу туда, обратно. Особенно пока бритву искали. Частями. Думаю, что в Виндхельме будет много интересных моментов. Конечно, не куплю я тут дом. Но, ну, типа, по очевидным причинам здесь не самая комфортная погода, да? Но парочку заданий, я думаю, можно будет выполнить. Может, кому поможем. Может, наткнемся на что-нибудь более интересное. Но что-то чувствую я, что придется мне пока что брать таверну на вечер. А у меня книг с собой никаких нету, интересно. Я бы посмотрел... Потому что спать-то особо сильно не хочется. Сейчас проверим, есть или нет. Ну, есть хранители бритвы. Чарли доспехов. Окей, я понял. Примерно я понял. Возьмем комнату и немножко отдохнем. Эльда. Попробуй свежевыпеченного хлеба и доброго сыра, если ищешь, чем бы перекусить. А почему... Гостиница называется «Очаг и свеча». Вы заметили ту свечу над очагом наверху? Она была зажжена 163 года назад. Тогда в этом доме жил великий воин по имени Вундхейм. Когда до его сына Декарта дошли вести о гибели отца, он зажег эту свечу, чтобы почтить его память.
Никто не может сказать почему, но свеча горит до сих пор. Я хочу снять комнату. Хорошо, она твоя на день. Я покажу тебе твою комнату. Да, покажи, да? Потому что... Хотя, нет, я помню. Вот эту вы комнату обычно сдаете. Это Ода, в честь самых преданных сынов и дочерей Скайрима, братьев Бу. За юность мы пьем, прошлым дням наш почет. Скоро век притеснений, совсем истечет. Дай мне знать, если тебе еще что-нибудь... Да, хорошо, освободите пока комнату, я позже туда приду. В землю нашу а где? Вернем, защищать край родной будем мы день за днем. О, а здесь, типа, самая... Самая тусовка, да? Праву трон твой. Да. Здесь в твою славу нас пир горой. Ну, неплохо. Я бы присел где-нибудь вот здесь. Практически на балкончике. Хотя нет, здесь поет бард, поэтому, наверное, пойду в комнату. Хотя слышно и тут и там. А тут есть стул? Нет. Значит, придется подниматься. Пусть поет, она, конечно, наверное, немножко будет меня... Ой, простите. Немного будет меня отвлекать, я не могу сюда сесть. Что? Ладно, займу здесь место. Так, мне просто очень интересно, на самом деле, хранить или бритвы. А спать особо не хочется. Потому что оружие-то интересное, связано с Доэдра, а я про него практически ничего не знаю. Ныне живущие потомки внутреннего круга. Йорген из Морфола, восьмой в роду носящих топор, хранитель рукояти бритвы Мерунаса. Сын Хаунира, сын Хроя, сына Колы, сына Малта, сына Лигрлейда, сына Нета, понятно. Гунзнул главарь банды, треснувшего бивня, восьмой носитель осколков лезвия бритвы Мерунаса. Сын Шелака, сына... Так, а... Вот. Предатель изгоя, исторический дочь Кайра, понятно. Историческая справка. Из всех группировок, которые поклонялись... Поклялись искоренить мифический рассвет, ни одна не была столь удивительно успешна, как хранители бритвы. Изначально это была группа ополченцев, собранная с целью уничтожить выживших членов мифического рассвета, рассеянных по всему Тамриэлю. Но затем они стали называть себя хранителями бритвы, после того, как отыскали этот легендарный артефакт, созданный самим Мерунасом Дагоном. Для меня так и осталось тайной, как им это удалось, но очевидно, что они не участвовали в провальной экспедиции Фратана, Дротона в Варса, Балим. Первые упоминания о них появились в имперских хрониках лишь 50 лет спустя. Части бритвы были распределены между тремя старшими членами ордена, которые образовали внутренний круг. Было условлено, что все три части бритвы будут передаваться от первенца к первенцу до тех пор, пока сами луны-близнецы не исчезнут с небес. Хотя эту клятву, видимо, следует понимать не столь буквально, ведь луны уже исчезали во время пустых ночей в 98-сотых годах. Четвертая эра в части бритвы до сих пор передаются из поколения в поколение. Проследить цепочку потомков внутреннего круга оказалось весьма непросто. Из-за его многонационального состава в то время... В то время как главой хранителей был Норд, чей клан, слава богам, добросовестно вел свою генеалогию так, что обнаружить его наследника было просто, компанию ему составляли орк и туземка из предела. И пренебрежение обеих культур грамотности сделало процесс расследования весьма нетривиальным. К счастью, Атамаш Грагуларс и его сыновья служили в Имперском легионе, а потому упоминаются в его документах. Дочерей же Сорки практически невозможно было отыскать до тех пор, пока ко мне в руки не попали тщательнейшим образом ведущиеся в Маркарте архивы налоговой отчетности, в которых регистрировалась уплата незначительного административного сбора за рождение каждого ребенка в семье Сорки. Ныне живущая наследница Сорки, Драскуа, после маркартского инцидента бежала в окрестности старушечьей скалы и, по мнению Ярла, является значительной угрозой безопасности и стабильности в пределе. Ну... Окей, зато теперь мы знаем, что его передавали из поколения в поколение. Ну, это, наверное, самое такое более-менее интересное было. Окей, думаю, можно пойти все-таки немного отдохнуть. Чисто прилечь. Часов на 7-8. Не хочется спать, но делать больше нечего. А сейчас пойдем на рынок. Если он здесь... По идее, он здесь должен... Почему ты в моей комнате?
Вроде как здесь был рынок, я, по-моему, кому-то здесь продавал или гулял, я тут не помню уже. Но где-то вот в задней части города, блин, этот снег когда-нибудь закончится вообще, нет? Такое ощущение, что Винхельм, он вечный просто. Так, это наверняка, да, это наверняка покой Ярла. Таких мест я не хочу тревожить. Ага. Слушай, Кузнецов, что это такое, ребята? А ну стоять! Сюда нельзя! Что произошло? Еще одну девушку убили. Это была Сусанна из очага и свечи. Всего пару дней назад она мне выпивку приносила. Ну, в общем, вот и все наше знакомство. Еще одно, то есть это уже не первый случай. Сусанна уже третья. Всегда одно и то же. Молодая девушка, убита ночью, тело разорвано на части. Смахивает на Вервольфа. Кто-нибудь расследует эти убийства? Идет война. У нас забрали почти всех людей. Нам просто некогда, мы и так еле справляемся. Печально, но это правда. Вам не нужна помощь? Если хочешь помочь, поспрашивай этих зевак. Может быть, они что-то видели? Я хочу осмотреть тело, пока до него не добрались крысы. Всегда грустно, когда кто-то умирает. Ты что-нибудь видел? Извини, мне кажется, я видел, как кто-то убегал. Но я его не рассмотрел хорошенько. Понятно, полезно очень. И еще одна жертва. Это просто ужас. Что-нибудь видела? Я услышала крик и прибежала сюда. Но она уже была в таком виде. А полезно, что-то расскажет мне. Как жаль. Ты что-нибудь видела? Но я заметила, что ее кошелек был не тронут, так что это явно не грабеж. Извини, мне нужно подготовить тело к погребению. Вести распространяются как чума. Великое зло уничтожено. Благодаря тебе мы все спасены. Моя работа простая. Мертвецы особо. Но не это. Я называю Давакир. Это слово из древнего языка драконов. Да спасибо, я пытаюсь понять. Но ее разорвали на части, грубо говоря, это очень похоже на какое-то животное. Учитывая, что ночью, еще и с такими ранениями, это очень похоже на Вервольфа какого-нибудь. Мы с сестрой когда-то путешествовали по свету в поисках новых предметов. Так. Это правда, что все болтают? Мол, в Айтране поймали дракона, а ты его выпустила. Святые боги, женщина, зачем ты это сделала? Забудьте же об этом. Ну, в общем, я всех опросил. Все как обычно. Никто ничего не заметил. Мерзавец опять сбежал. Давайте я вам помогу. Может быть, я смогу до чего-то докопаться. Слушай, если ты думаешь, что справишься лучше, чем Легион Стражников, вперед, действуй. Я думаю. Но сначала поговори с управителем. Пусть он даст тебе полномочия. А то нельзя же, чтобы каждый дурак приставал к людям под видом расследования. Если он разрешит, тогда мы и поговорим. Ты без проблем. Окей, окей. Окей, я хочу сходить к кузнецу. Расследованием займусь чуть попозже. Мне просто, во-первых, хочется продать некоторые вещи. Вот, ну и... Я говорил тебе не трогать мои инструменты. Все говорят, что Йорлунд Серая Грива лучший кузнец в Скайриме. Ничего. Вот увидите, я его переплюну. Ты городской кузнец? Конечно. А на кого я похож? На кабацкую девку? Не обижайся на мои слова. Я просто устал немного. Пытаюсь этот меч довести до ума. Что особенного в этом мече? Ярл хочет, чтобы он выглядел, как будто ему тысячи лет. Верховная королева Фрейди справила в Винхельме во вторую эру, и ее меч — легенда. Добыть настоящий меч было бы еще лучше, но никто не хочет рисковать своей шкурой. Если ты найдешь этот меч, я буду благодарен. Попробую.
Попробую. Все на продаже есть. Люди, шлемы, практически все необходимое. Давай, посмотрю, может я продать тебе, что смогу. Вот, например, мечи, которые у меня тут завалялись очень давно. Болты отдавать я, наверное, не буду. Так, ну и здесь ты ничего мне, конечно же, не продашь. Я у тебя стрелы, пожалуй, куплю. Вообще все, которые у тебя есть, потому что у меня их маловато. Ну, а я люблю, когда у меня много стрел и есть запасы, поэтому... Так, проще, ладно, а ты... Ладно, я вас понял, вы мне ничему не научите толковому, хорошо. Значит, пойдем спрашивать разрешение на расследование. Меч я, конечно, попозже, наверное, тоже помогу достать, но... Попозже. Все-таки, учитывая, что здесь дело в убийствах, тут людей, извините меня, убивают. Причем делают это с максимальной жестокостью. Думаю, что стоит над этим поразбираться. Угу. Вести распространяются как чума. Великое зло уничтожено. Благодаря тебе мы все спасены. Мне довелось слышать об убийствах. Какие же страшные пришли времена. Люди охотятся на своих же братьев, словно на диких зверей. У меня и так не хватает людей. Если ты хочешь предложить свою помощь, я с радостью ее приму. Я прикажу стражникам оказывать тебе любую помощь. Да и я сам всегда рад помочь тебе, если потребуется. Отлично. Очередной спокойный денек. Надеюсь. Хорошо, значит, пойдем изучать место преступления. Теперь я хотя бы делаю это с разрешения управителя. Мне надо, на самом деле, посмотреть, нет ли Харальд годы правления. А, тут разные правители, да, Олаф Одноглазый, прикольно. Я даже не знаю, что можно найти. То есть, я говорю, я подозреваю вервольфов. Но... Да, поймали дракона. Да-да-да, поговори про это. Смотри, кровь идет аж вот до сюда. И вот здесь ее притащили сюда. И, очевидно, убили в другом месте и притащили сюда, как будто целенаправленно хотели... Либо спрятать, хотя, учитывая, что это странное место для того, чтобы ее спрятать. Это как будто попытка демонстративно это сделать. Херим. Но мне нет времени, на самом-то деле, искать сейчас ключи или спрашивать стражников. Я просто ворвусь сюда. Имею право. В принципе, я думаю, управитель будет на моей стороне, когда узнает, что я зашел в дом по причине, что увидел, что, твою мать, к входной двери тянется огромный просто след крови. Какой-то вот замок сложноватый. Отлично. Ибо какого хера? А, пустой дом. Если здесь кто-то и был, то его давно тут нет. Причем, может быть, на самом-то деле и не было. Если так подумать. По следам на полу видно, что этот ящик недавно передвинули к стене. Дневник мясника. Мясник на свободе. Посмотрим, что это такое. Остерегайтесь мясника, этот душегуб бродит по улицам Виндхельма. В смутные времена в людях вскрываются страшнейшие пороки. Не становитесь следующей жертвой. Заметив что-либо подозрительное, обращайтесь к Виоле Джордана. А это не Виола Джордана валяется сейчас мертвая? Все продвигается как нельзя лучше. Нашел источники костей, плоти и крови, хотя пока что не подыскал хороших образцов сухожилий и костного мозга. Неважно, в городе полно снесивых болванов, которых никто не хватится. Прошлой ночью почти удалось прижать Сусанну, которая та вышла... Когда та вышла из очага и свечи. В самый неподходящий момент подвернулся идиотский стражник и пришлось пойти в другую сторону, как будто я прогуливался. Можно будет попытаться снова, однако время уже поджимает.
Вспоминаю, каково было в Винтерхолде, все эти пропащие умы в своих башнях, они изучают магию, которая уже всем известна. Я же открываю сейчас новую магию, нечто более глубокое, чем показушные фокусы с огнем и светом. Магия плоти, древнее нас самих, возможно, древнее даже самого мира. Я дергаю за углы материю вселенной и в получившихся складках построю свой величайший триумф. Еще одна попытка подобраться к девчушке из очага и свечи, она чересчур осторожничает, на какие же прекрасные сухожилия должны быть... В ее крепких суставах. Стоит попытаться. Этой ночью. Ну, очевидно, он попытался. Так, хорошо. Мы имеем дело с конченным. С конченным психом, который одержим какой-то своей идеей. Это, кстати, важно очень в таких моментах. Маленькая полочка, что тут есть. На полке полно листовок промясника, которые встречаются в городе на каждом шагу. Одна из кучек выглядит потревоженной. Нет смысла. Странный амулет где? Просто... Ау, нихера себе. Ничего себе амулетик. Понял. Это те самые Да. Виола Джордана. Так, ну валяется, значит, не Виола Джордана. Я еще хочу посмотреть второй этаж. Так. Надо построить... Сейчас... Вокруг этого типа. Его психологический профиль. Было бы неплохо. Конченый мясник, который, в принципе, не так уж и боится конкретно разделывать людей. Одержим идеей. А такие всегда самые опасные. Ну, в общем-то, тут никого нет, но он невероятно опасен, и, скорее всего, он не остановится никогда, поэтому его нужно поймать как можно скорее. Но только что за амулет, я так и не понял. Амулет — амулет, но понятное дело, что он что-то дозначит. Каждый амулет что-то значит. Ну вот вопрос. Возможно, что-нибудь управитель знает. Надеюсь на это. Возможно, возможно. Просто они, ну я, ну типа, то есть они знают кто это, они, наверное, просто не знают, как его поймать. Другая проблема, да? Это правда, что все болтают? Мол, Вайтрани поймали дракона, а ты его выпустил? Святые боги, женщина, зачем ты это сделала? Ты знаешь, что это за амулет? В жизни не доводилось видеть ничего подобного. Отнеси-ка его лучше Каликста в музей редкостей. Он любит такие странные безделушки. Может быть, даже заплатит тебе за находку. Ты можешь мне что-нибудь рассказать об мяснике? Это все Виола Джордана. Развешивает эти листовки по всему городу, а кто-то их все время срывает. Спроси ее, она тебе все уши прожужжит. Спасибо. Путешествуй осторожно. Опасность поджидает вас. Так, поговорить с мадам, которая развешивает листовки. И отнести в музей один предмет. Хорошо. Пойдем сначала сюда. Заплатит за находку. Мне-то без разницы, заплатит. Я хочу достучаться до этого мясника. Так, сейчас мне нужно разузнать об этом персонаже побольше. Будь начеку. Мясник может прятаться где угодно. Расскажи о нем. Я преследую его уже несколько месяцев. Ну, не то чтобы преследую. Пытаюсь отыскать его. Стражники не хотят мне помогать. Остальные горожане тоже. Я единственная, кто еще верит, что это чудовище можно поймать. Как так случилось, что всем все равно? О, им как раз не все равно. Вот только никто из них ничего не хочет делать. Лишь болтают, что я им надоела. Но я ведь пытаюсь спасти им жизнь. Почему стражники не занимаются этим делом? Они утверждают, что слишком заняты войной. Ну а по мне, какой смысл вообще выигрывать войну, если мы дрожим от страха у себя дома? Вот эта листовка попалась мне в Хериме.
Я развешиваю их по всему городу, чтобы предупредить людей, чтобы у них наконец открылись глаза. Но кто-то все время их срывает. В Хьереме, говоришь? Там раньше жила Фрига. Пойдем-ка туда и хорошенько все обыщем. У меня предчувствие, что мы найдем что-то важное. Увидимся там. Окей, я загляну еще, наверное, все-таки. Без вопросов. Информацию давай выгоняет. Я еще хочу сейчас сходить в музей. Сдать амулет, а Виола пока пусть дойдет до дома. Мне кажется, ну, типа, понятно, кто это делает, да? И там, где сундук, там определенно есть потайная дверь, просто почему-то мне не дают ничего с ней сделать. Но тем не менее. Тем не менее. Этот мясник... куда идти? Сюда. Этот мясник снимает все листовки, оставляет их себе. Непонятно для чего, хотя, чтобы ему, наверное, не пытались искать, типа, самое очевидное. Никто же не верит все равно. Добро пожаловать в музей. Могу предложить небольшой тур, ценой всего в пару монет, или же ты можешь просто осмотреть музей самостоятельно. Тебе что-нибудь известно об этом амулете? Дай-ка взглянуть. А, да. Это камень колеса. Древний символ власти в Винхельме. По традиции его носит придворный маг. Я бы с радостью приобрел его. Но это, если ты хочешь от него избавиться. За этот предмет я могу заплатить, скажем, 500 золотых. Может, отнести этот амулет придворному магу? Вунферту? Еще чего. Чисто церемониальная вещь, ему она не нужна. Кроме того, я бы на твоем месте постарался с ним не общаться. У меня от него мурашки по коже. Говорят, что он погряз в некромантии. Да, забирай, господи. Чудесно. Это будет прекрасным дополнением к моей коллекции. Мне, типа, не так важно, не знаю, мне этот амулет не нужен. Я, конечно, видел, что, типа, сама цена в 1000, но... искать какого-то торговца, который купит его больше, чем за 500, мне лень. Мне... это не такие большие деньги. Типа, 1000 септимов даже не такие большие деньги, типа. Я банально даже столько не трачу, так что... Так, осмотреть дом, значит, да? Надеюсь, что что-нибудь найдем. Но я думаю, что там будет какое-то его логово или что-то типа того. Я без маски хожу. Будь начеку, мясник может прятаться где угодно. Пошли обыщем дом. Пойдем. Мне бы не хотелось здесь оставаться одной дольше, чем нужно. Вот видишь как. Платяной шкаф чем-то забит, прибит к стене. После того, что произошло с теми женщинами, я беспокоюсь за собственную жизнь. Пасуй здесь. Ага. Рекомендую не заходить сюда. Этот алтарь создан для какой-то неизвестной магии. Кажется, кто-то использует части тел для какой-то ужасной цели. Дневник, часть 2. 17 сухожилий и различных связок. 173 фрагмента костей для сборки. 4 ведер крови нордской предпочтительнее. 6 ложек костного мозга, не более 2 из одного бедра. 12 ярдов плоти. Волжба по звездам на краю ледяного ума. Следи за огнями, где танцуют души, открывая время, когда оживит искра, когда тлен соединяют умелые руки. Перевод альдмерского текста, выполненный Эйлейдами и впервые расшифрованный Альтмером. Происхождение и авторство неизвестны. Скоро. Что скоро?
черт, вот нельзя было делать такие резкие движения. Это, конечно, все прекрасно, наверное, но... Подожди, это что? Вот это вот такое валяется здесь. Инструменты для... Да, для бальзамирования, ножницы, да-да-да. Льняная ткань. Слушай, ну ничего сверх... Ну, типа, я знал, как бы, что должно быть такое место, но... Что там? Похоже, придворный некромант ставил весьма необычные эксперименты. Вунферт. О нем уже много лет ходят самые разные слухи. Сколько я себя помню. Но он опасный человек. Его потому-то и называют неживой. Я бы не стала связываться с ним в открытую. Расскажи обо всем управителю. Он к тебе прислушается. Я на самом деле начал подозревать этого придворного мага, как только мне сказали, что это, во-первых, его амулет. Во-вторых, когда сказали, что, ну, короче, он некромант, ставит какие-то непонятные абсолютно эксперименты, поэтому я бы, типа, на твоем месте к нему бы не подходил. Вот вообще настораживает, да, как бы, человек спокойствия, я бы сказал. Ну, короче, очевидно, кто тут у нас проблемный, хотя... Не знаю, может быть это и не он. Ну хотя некромантией, твою мать. Кто-то занимается некромантией. Придворный маг занимается некромантией. Ну, 2 плюс 2. Видели волков у дороги. Я считаю, что убийца Вунферт не живой. Это очень серьезное обвинение. Полагаю, у тебя есть доказательства? Только косвенное, к сожалению. У нас есть доказательства занятия некромантией, а еще мы нашли его амулет. Я не могу в это поверить. Вунферт уже много лет был другом и доверенным лицом Ульфрика. Здесь он не рядом здесь. Как больно знать, что все это не просто слухи. Вунферта мы арестуем. Благодарю тебя за усердие и за поимку. Улицы Виндхельма снова безопасны. Подождите, вы вообще уверены, что это он-то? Ну типа... Я пойду посмотрю, как они это сделают. На всякий случай. Просто вот... Идешь со мной. Мы наконец-то арестуем мясника. Нужна будет поддержка. Да, господин. Ну, ребят, я вас прикрою. Арестуем? Ты достал меч. У вас тут так арестовывают? Я просто, ну, я чисто для... Для прикрытия, ребят. Пойдем. Я вам помогу, если что. Потому что я сам не доверяю таким вещам. И все люблю перепроверять. Поэтому лучше так. Лучше давайте я вам помогу. Вон он стоит. На всякий случай. Ну так, типа. Чисто... дополнительная охрана, скажем так. Что все это значит? Ты под арестом за убийство Сусанны из гостиницы «Очаг и свеча». И Фриги, расколотый щит, и остальных. Мы раскрыли твои уловки, трус. Неужели в этом городе ни у кого нет мозгов? Я сам пытался найти убийцу с помощью гадания и магии. Прибереги свои отговорки для кровавого зала, маг. Уведите его прочь. Так точно. Простите, господин, но вам придется пройти со мной. Это еще не конец. Ну, вроде добровольно пошел. Правда, это еще не конец меня насторожил. Ну ладно, дальше, я думаю, не справится. Он хотя бы... Ну, он не стал, типа, отнекиваться, поэтому... Особо смысла я не вижу. Дальше. Охренеть, что ж, это было неплохо. Помогли. Довольно-таки нормально. Ну, зато больше никто не умрет. Так, слушай, мне нравится этот город. Приятно достаточно. Меня здесь любят. Вон управитель говорил, что типа вот там Далакин. Что-то самостоятельно там всех спас. Слушайте, а здесь... Подержанные товары с Адри. Просто мне интересно, есть ли здесь торговцы, чтобы продавать им что-то. Наверняка ты найдешь то, что ищешь.
А если нет, может, это найдется на складе? Может, ты что-нибудь... Весь мой товар законного происхождения. Чего я не могу сказать о некоторых других торговцах. Совсем ничего краденого. Конечно, никаких ворованных вещей тут нет. Нужно быть бессовестным тупым идиотом, чтобы покупать ворованное. Ох, Азура, я совершил ужасную ошибку. Я купил золотое кольцо, а у Виолы Джордана пропало как раз точно такое же. Могу попробовать его вернуть. Не все так просто. Если она узнает, что я хоть как-то в этом замешан, она пойдет к Ярлу. Придется передать его ей как-то иначе. Послушай, это опасно, но ты можешь пробраться к ней в дом и оставить там кольцо. Положить его в комод или еще куда-нибудь. О награде не беспокойся, не пожалеешь. Что у тебя на продажу? Хорошо, подкину. Мы таким в гильдии воров каждый день занимались. Так, я тебе могу продать все что угодно, как я понимаю, да. Но правда, господи, за бритву ты готов мне дать только 600? Серьезно? За такое? Так, ну, я так понимаю, что да, денег тебе не хватит. К сожалению. А у меня где-то дракон... Нет, это я продавал все дело. Ладно, хорошо, подкину, сейчас мне еще заплатишь. Смотри, чтобы Виола не поймала тебя у себя в доме. Да, 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 понял я. Ой, я купил краденое кольцо, я такой дурак.